нас напротив нашей базы есть церковь. Церковь Рождества Богородицы. Вот. И мы все время, уже который раз, собираемся все съездить к ней. Ну, тут собрались. Сейчас мы едем, стоим, ремонт моста. Будем проезжать в Волгу. Вот такие домики красивые. И долго светофор горит. И долго светофор горит. Она зеленый. Теперь главное найти и увидеть, где эта река. Лодка. Движемся вот по такой дороге. Зубы стучат. Как стиральная доска. Через 100 метров поверните налево, а затем поверните налево. Какие домики тут стоят. Деревню сделали. Это какая-то въезд в деревню. Ты можешь пойти, потому что ты в этом, в штанах. Стена открыта. Поверните налево, во двор. Так, вот мы приехали. Вот она, эта церковь. Берег выложен камнем. Вход. Она закрыта. Хотели к ней зайти. Ну ладно. В следующий раз. Сейчас посмотрим. Еще озеро вам покажем. Покажем, где мы живем. Если мы на эту сторону, на озеро, мы находимся вон там. Сейчас я приближу. Там вот, там наша база. Вот видите, синяя крыша дома. Вот рядышком вот, ой, вот левее получается. Вот где лодка плывет, там наша база. И мы вот как раз вот церковь видим с нашей стороны. И вот как раз наконец-таки мы на нее попали. Ой, здесь остров такой. Это полоса. Это полоса, да, это получается, провода пустили, электричество, и получается там полностью идет от той стороны, здесь заканчивается и идет озеро. Вот. А это как раз, да, это Пселук, получается, тоже база. Отель. Отель. Ладно, поехали домой. Это рожь. Классная. И там картошка уже цветет. А как нам же ее прям... А, вот нам получается вот с этой стороны ее прям хорошо видно все. Да, вот получается туда. У нас закрыто. Да. Замок закрыт. Ну все, проехали. Ехали в церковь, увидели вот такой пруд. Вот. Там дальше за ним озеро, а это пруд. А почему нам мы остановились? Нам понравилось. Вы посмотрите. Называется пруд Барский. Почему остановились? Тут лилии цветут. Видите, вот это белые точки. Это все лилии, цветы. Такая красота, наверное, телефон так сильно не передает, но. Это очень красиво. Он весь... Ой, утки, утки, утки. Как вовремя-то. Прям утки снял.
Так что это красиво, прям лилии цветут, обалденно. Там дальше они идут еще. Красота. Вот. А там дальше уже за ним, прям за деревьями, озеро идет. Красиво. Ладно, поехали.